что хотел бы сказать. Трудно было готовиться к этому матчу, потому что до этого было два поражения незаслуженных. Мы неплохо играли, но, как говорится, не сумели забить, не сумели реализовать свои моменты. Вот. Понятно, что ребята очень сильно настраивались на эту игру и понимали важность вот этих вот очков. Я считаю, что сыграли очень хорошо. И я уже говорил, что на тренировках у нас очень многое получается. Вот. Но если вы видели сегодня по тяжелому полю, в тяжелых погодных условиях, ребята местами показывали очень интересные фрагменты игры. Играли быстро. Если мы это еще перенесем на постоянную основу. Но сегодня я хотел бы поблагодарить именно ребят. Поблагодарить тех болельщиков, кто приехал в Солигорск. Это была большая поддержка для нас. И ждем интересного чемпионата, окончания. Сергей Дмитриевич, вам вопрос, почему решили в запасе придержать сегодня Сороку автора гола на Стад де Франс? Ну, во-первых, я понимал, что он будет выхлощенный после сборной. Вот игра в такой матч при таких болельщиках, и вы сами видите, игра это и показала, то есть я оказался прав. Вот. Во-вторых, те ребята, которые, вот тройка нападающих, они очень хорошо выглядели и в тренировочном процессе, и очень хорошо выглядели в Москве. Вот. И по движению также, то, что вы видели, ребята, у меня вопросов нет к тройке нападающих сегодня, они очень хорошо играли, хорошо взаимодействовали, и я считаю, что на сегодняшний день наш состав был сегодня оптимальный.